По поручению главы региона Игоря Рудени для слабовидящих спортсменов приобретено специализированное оборудование – стол международного класса для игры в настольный теннис «Шоудан». Овальный стол, высокие бортики, вытянутая деревянная ракетка. Шарик, который гремит, подобно погремушке. Только эти характеристики спортивного инвентаря спортсмены могут определить на ощупь. Главная задача – забить шарик в лузу. Победителем считается игрок, который первым набрал 11 очков. Можно играть один на один или команда на команду. Сама игра содержит в себе элементы настольного тенниса и аэрохоккея. В комплект входят большие темные очки. Они уравнивают шансы слепых и слабовидящих и служат также средством защиты. Однако главное, как и в любой игре, это тренировки. Поэтому, чтобы показывать высокие результаты, необходимо высококлассное специализированное оборудование. Стол великолепный, прекрасный, замечательная, хорошая вещь. Он у нас состоит из двух половинок таких, да? И главная составляющая, когда эти половинки соединяешь друг с другом, не было никаких перепадов, не было никаких ступенек. Это очень важно, чтобы мячик не подпрыгал и так далее. Так вот, состыковали идеально. Все здорово. Старые столы ввиду технологических особенностей не отвечали международным стандартам. Поэтому с просьбой о закупке нового оборудования к губернатору Тверской области обратился Игорь Болицкий. Стоит отметить, что в России специализированные игровые столы международного класса – большая редкость. Раньше они имелись только в двух субъектах страны. Теперь по поручению Игоря Рудени Верхневолжье стало третьим регионом России, где установлен такой игровой стол. Стол международного стандарта, мы как раз на таких играем все международные турниры, только именно на таких столах. Это обязательно условие всех международных турниров. А стол действительно такой же, как и все европейские столы. И теперь будем проводить соревнования на нем. Всего в Твери этой спортивной дисциплиной заняты 7 спортсменов, которые представляют регион в чемпионатах России и Европы по шоу-дауну.